Пенсионный фонд назвал профессии, которые дают право на досрочный выход на пенсию. Кто может на нее рассчитывать и нужно ли заявлять об этом в ПФР, выяснила наша съемочная группа. Повышение пенсионного возраста не коснулось тех, кто работает на вредных производствах и в тяжелых условиях труда. Так, на досрочную пенсию могут претендовать водители автобусов, троллейбусов и трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах, но последних в Твери, увы, не осталось. Также спасатели, трактористы, машинисты, работающие с осужденными в качестве рабочих и служащих учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, рабочие локомотивных бригад и многие другие. Они смогут выйти на заслуженную пенсию на прежних основаниях досрочно. Полный перечень категорий граждан, которые имеют право на досрочную пенсию, можно найти на сайте Пенсионного фонда. В Тверской области работает более 250 предприятий с вредными и опасными производствами, на которых трудится более 8500 работников. Ежегодно на территории Тверской области досрочную страховую пенсию назначают более 1600 жителей нашей области. В пользу таких граждан работодатель платит страховые взносы по дополнительным тарифам. Оповещать о том, что вы трудитесь на опасном и вредоносном производстве, необходимости нет, подчеркивают специалисты. Те работодатели, у которых имеются рабочие места, вредные и опасные рабочие места, страхователь уплачивает страховые взносы по дополнительным тарифам, устанавливаемым по результатам специальной оценки условий труда. И вот эта информация попадает к нам в пенсионный фонд. И мы располагаем сведениями, какие профессии являются льготными и какой конкретно гражданин работает в этой профессии. Также на досрочную пенсию могут рассчитывать многодетные матери, родители и опекун инвалида с детства и несколько других категорий граждан.